Всем привет, друзья! С вами Алексей Покин и Рита Евстигнеев. Сегодня мы будем играть в Рейнбау. Сейчас мы вам покажем, докуда мы дошли. В прошлой серии мы дошли до 24 уровня. Это я дошел, я помню, да. Как... Да все, давай! В прошлой серии мы дошли до 24 уровня. Не плачь, теперь мы больше. Мы прошли уже первого босса в прошлой серии. Так что смотрите первую серию. Не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. О, вы видели? Там звездочка наша любимая. Да, родная. Не знаю, мы влюбились. Что это там за... Да... Что это там за звездочка? Ай, как нам звездочку достать? Смотрите, друзья, вот так надо делать. А мы, кстати, это не можем прийти? Нам в комментах, как это пройти, да? Пишите в комментах, как это пройти. Мы смотрим красные чайки, кстати. Получилось! Наконец-то! А это вы, если... Кто прошел все уровни... В игре пишите в комментах. Вот я лично, у меня есть свой канал, Алексей Покин. Можете зайти и подписаться на него. У меня есть тоже. Его зовут папа Майова. Да, Петр. О! Видели, какой умный квадратик? Он нам помог. Спасибо тебе, квадратик. У нас для тебя тоже есть подарочек. Умри! Опа! Ой! У меня да все, давай играть. Опа, у нас все получится. Да? Мы на минутку закрываемся. Не закрываемся, мы просто проходим. Продолжаем проходить этот рейнбау. Несносного шарика. Надеюсь, он допрыгнет. Да, шарик, ты такой богатый. Нет, я не богатый. Кстати, мы вам еще загадочки там придумывали разные в прошлой серии, так что их отгадывайте. Напишите в комментах. Давайте я вам загадку загадаю, напишите в комментариях, какая-то загадка. Да. Похож квадрат, похож на мармелад. Не, вообще-то. Он квадрат, но похож на мармелад. Да. Напишите в комментариях. Да. Кстати, мы еще с Риткой выпускаем новые серии Майнкрафт. Посмотрите. Да, школа. Скоро мы будем снимать. Так что ждите на нашем канале все это. Такое подробненькое. Мы сегодня будем планшетку, когда Йоси дадут планшету. У него плохое поведение такое. Да неправда. Ладно. Неправда. Мы проходим 26 уровень. Шарик, ну пройди, умоляю тебя. Ладно, Шарик, мы тебя умоляем. Ой, мы одну звездочку не собрали. Ничего, я до фабрики не хочу доходить. Но это нам не беда. Ну и что, если одну не собрал, то это не беда. Да, но я не дойду до фабрики. Почему это? Помнишь, мы кое-что пропустили. Да. Нам такой пропустили. Что тут надо сделать? Быстрей! О. Я на звездочку путаю. Вам Готис пишет красный шар. Не смог он красный шар. И кстати, у нас несколько каналов. У каждого по каналу. У меня и у Ритки. Суперканалы. Даже хватит. Кому нравится снимать видео на своих каналах? Ставьте лайки, если хотите. Если хотите, чтобы мы выпустили новую часть про Майнкрафт, то тогда... Кстати... Снимайте видосы. Мы вам покажем потом. Покажем, когда есть дадут пакет. Дарит! Что ты говоришь, я Алексей Покин. Алексей Покин покажет. Мы будем играть с ним Майн. Да, что-то мы постоянно залупляемся, но это не важно. Да. Так, давай, Шарик, ты же несносный. И, ой, мы прыгнули.
Нам надо все звездочки собрать. Чтобы, чтобы мы до фабрики дошли. И каждую серию про рыбалку, которую мы будем проходить, мы будем снимать. Каждую серию. Одну пройдем, например, фабрику там или лес, то другую будем снимать. Другую игру. Или другие леса. Не знаю, пока что я не знаю. Чунг-пойнт у нас тут стоит. Ой. Вонючка. Есть, беда утина. Да это утина не надо бить. Ага, как мы достанем? Ой, а может на него надо прыгнуть еще один на этого, потом туда? Почти получилось. Почти получилось. Давай, квадратик, я тебя умоляю. Ты мне будешь братаном. Помогите, напишите в комментариях, как пойти это. Легко, я сам понял, не пишите. Ничего не пишите. Я вас умоляю, я понял все. Ладно. Я почти нажали, вы видели? Да. Это такой рекорд был. О, почти. Да, только не сильно нажал. Да, это суперско было. Ты не сильно нажал. Ой, почти нажал. Надо один раз на него прыгнуть, да? Да. Хороший кулак, спасибо. Спасибо, что мне подписывается. Да.